Всем привет, народ! И с вами Фантом. И это специальный выпуск безумных экспериментов в Скайриме. Недавно у меня возник спор с самим собой. Возможно ли убить 10 человек в Скайриме с помощью одного выстрела из лука или арбалета? Что ж, попробуем. Для этого мы отправимся в забытую долину, где я выстроил 10 человек в ряд и разместил столы с нужным для эксперимента оружием. Для начала выберу дейдрический лук, и к нему прилагается лишь одна стрела. Фух, попробуем. Что тут произошло? Что тут произошло? Нет, умер только один. Ну хорошо, попробуем арбалет. Снова нет. Что ж, возьмем взрывной болт. Взрывной болт унес жизни двух NPC. Но если бы я их расположил кучкой, их бы погибло больше. Собственно, это я и сделал. Кстати, во время того, как я записывал этот видос, за стенкой орал какой-то мужик. Его точно не хватает в этой кучке. Теперь 5. Уже лучше. А у нас остался взрывной болт электричества. Испытаем его. Теперь 6. Ну что ж, пришло время взять что-нибудь поразнообразнее. И для этого я протестировал 2 модификации. Первая — это град стрел. При стрельбе она дает выпускать вслед за стрелой в разные стороны множество стрел. Но минус этого мода в том, что стрелы эти не дают никакого урона NPC. Это лишь визуальные эффекты, которые чуть толкают NPC, отчего те слегка дезориентируются. Урон несет только ваша первая стрела. А вот вторая модификация под названием «многозарядный выстрел» меня заинтересовала. Но пришлось ее чуть модифицировать, прибавив стрелам с модификацией урон. Там есть 3 режима стрельбы, о которых на сайте ничего толком не написано. Как им пользоваться, что там за фишки есть и так далее. В общем, все появляется в разделе «Крики». Выбираем крик, потом выбираем режим, всего их 3. Они выбираются кнопкой Z, как стандартный крик. Просто нажимаем на Z и переключаются режимы. Если над головой пустота, значит режимы сняты. Работает режим, иконка которого в данный момент над головой. Натягиваем тетиву, прицеливаясь стрелой и ждем. Через короткое время появятся магические эффекты, в виде прицела в том числе. Затем, либо стреляем, либо нажимаем кнопку Z. И летит много стрел во врага. Там есть 3 режима. Этот режим, это режим примерно как и в модификации град стрел. Когда стрелы летят примерно по одной горизонтальной линии в стороны. Второй режим — это немного хаотичный полет стрел.
И третий — это много стрел летит одна за другой, направленные в одну точку. Я заметил очень крутую фишку, которая подойдет для стелсового режима. Кстати, есть такой мод платный, примерно похожий, не помню, как он называется, где стрелы парят в воздухе. Тут можно примерно так же. Вы прицеливаетесь до того, как появится эта магия, и отходите. Можете еще раз прицелиться уже своей стрелой в другого NPC. Затем нажимаете Z и одновременно стреляете своей стрелой, убивая сразу несколько NPC. Такой вот прикольный мод. Но все 10 NPC он все равно не уработает. Да, и это не совсем один выстрел. И стоят они кучкой. Ну а все же, если поставить NPC в один ряд, как их можно убить с помощью одной стрелы? Подумайте. Давайте вы подумайте 10 секунд. Что ж, а теперь мы проверим, угадали ли вы. В конце будет опрос. Укажите, угадали или нет. Я, конечно, понимаю, что можно посмотреть, потом сказать, что да. Конечно, я угадал, что тут сложного. Но я надеюсь на вашу честность. Что ж, начнем. А на этом все. Голосуйте, прокачивайте свою фантазию, ставьте палец вверх, оставляйте свой комментарий и подписывайтесь на канал. До новых встреч, народ!